Передовая инженерная школа – это новый вид опережающей инженерной подготовки и переподготовки профильных специалистов на базе ведущих вузов страны в кооперации с высокотехнологичными российскими компаниями. На сегодняшний день в России существует 50 школ, одна из которых открылась на базе Южноуральского государственного университета и начнет работу уже в этом году. Так, для студентов нашего вуза провели ознакомительную встречу с директором ПИШ «Сердце Урала ЮРГУ» Сергеем Тараном. Он рассказал о проекте и об основных направлениях подготовки. Мы ждем в нашей передовой инженерной школе ребят, которые хотят получить новые знания, новые компетенции, практические навыки работы в коллективе, в организации, в компании, в производстве. Ребят, которые стремятся достигнуть новых вершин, получить компетенции работы в команде, получить компетенции в роли лидера как организатора какого-то командного процесса, так и лидера в области новых дисциплин, новых исследований, новых разработок. ЮРГУ обеспечит создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, модельного ряда двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом. Университет обладает существенным научным, образовательным и инфраструктурным заделом в области транспортного машиностроения, а также формирует устойчивые партнерские отношения с технологическими лидерами, такими как автомобильный завод «Урал», ЧТЗ «Уралтрак», «Уральский дизель-моторный завод», завод «Спецагрегат», «Курган-Дормаш» и другими. Так называемое «кольцо ПИШ» поможет совершить обмен компетенциями, курсами, студентами и командами. Мероприятие наше было проведено по ПИШ, передовой инженерной школы. Нас познакомили с тем, что мы будем делать, что мы будем изучать, и обрадовали нас позитивными новостями, а именно о том, что направление будет включать очень много себя различных информационных источников, у нас будет очень много знаний, интересных практических навыков. Как говорили ребята уже ранее о том, что практика, она есть и в Африке, практика, и она нужна. По словам директора передовой инженерной школы Сергея Тарана, помимо основного диплома, студенты получат важные навыки по смежной специальности, которые важны специалисту. Также в межуниверситетском кампусе мирового уровня в Челябинске выделено 5000 квадратных метров под площадку передовой инженерной школы «Сердце Урала», которая станет местом для интеграции университетского сообщества Челябинской области.